Всем доброго времени суток. Сегодня у нас растопка котла 30 киловатт. Гараж, высота потолков 6 где-то метров, даже чуть меньше, наверное, где-то 5-5,50. Под Фреда закачка воды идет. Радиаторы стоят. Насобирали радиаторов люди. Будут отапливаться два гаража. Вот еще один радиатор. Еще вон стоит радиатор. Тут высота потолков где-то метра три. Тоже радиаторы стоят от машин. Так, что тут у нас еще? Циркуляционный насос, обводная сделана, вентилятор все поставили. Так, ну и плюс жилой дом будет отапливаться, где-то квадратов 100-120. Уголь приготовили, сейчас будем затапливать.